Пересадка головы. Житель города Владимир согласился на уникальную операцию. 30-летний программист Валерий Спиридонов готов лечь под нож нейрохирурга из Италии. Врач Серджо Канавера заявил, он готов к первой в истории пересадке головы человека. По словам ученого, сенсационная трансплантация станет возможной уже через 2 года. Подробности в сюжете наших коллег из области. О том, что именно он станет первым в истории кандидатом на пересадку человеческой головы, сам Валерий Спиридонов узнал пару лет назад, но только сейчас позволил медикам рассекретить его имя. Стать другим человеком Валерию предложил итальянский нейрохирург Серджио Канавера. Они познакомились по интернету. Ученые схватились за головы, когда известный врач заявил о готовности соединить две части спинного мозга от двух разных организмов. Валерий почти сразу согласился на эксперимент. Кто станет его донором, еще неизвестно. У самого молодого человека одно пожелание, чтобы тело было чуть здоровее, чем то, которое есть у него сейчас. Это будет либо человек после несчастного случая, у которого мертв мозг, да, например, после автоаварии, то есть его никак нельзя вернуть к жизни, а его тело полностью функционирует. Либо это человек после обширного летального инсульта, да, то есть у него здоровое тело, но мозг не выдержал и отказал. Либо это будет приговоренный к смертной казни преступник. Для проведения уникальной операции доктор искал пациента, страдающего спинальной мышечной атрофией. С этим заболеванием Валерий, вопреки прогнозам, дожил до 30. Болезнь прогрессирует, со временем простые манипуляции будут даваться все тяжелее. Успех операции никто не гарантирует. Главный риск в том, что иммунная система начнет отторгать чужеродные органы. Но Валерий Спиридонов твердо решил отдаться науке. Есть люди, которые, конечно, меня отговаривают, которые говорят, что ты и так ведешь успешную, интересную жизнь, зачем тебе что-то менять? На что я им говорю, что кто-то всегда должен быть первым. О том, что Валерий может погибнуть, знают и родные, но они-то его как раз поддерживают. Сам он предстоящее событие сравнивает с первым полетом в космос. Говорит, это важно и нужно тысячам людей на планете.